что Пушкин для нас великий писатель? Нет, больше одно из величайших явлений русского духа. Слова Дмитрия Мережковского как нельзя лучше подходят к анонсу концерта, который пройдет в Ульяновске 4 июня. В усадьбе семьи Ульяновых выступит оркестр русских народных инструментов. Музыкально-литературная композиция для чтеца с оркестром «Приношение Пушкину» посвящена дню рождения великого поэта. За художественное слово отвечает руководитель театра студии «Инфанты Рибль» Дмитрий Аксенов. Программа составлена на таком симбиозе, что ли, поэтов разных поколений. Вот если представить себе вообще литературу, в принципе, как в виде дерева, скажем, живого плодоносящего дерева, то Пушкин – ствол, а все остальные ветви, листья, там все происходит от него. Компанию Пушкину составят произведения Евтушенко и Есенина. Музыку подбирали, чтобы она соответствовала эпохе или же была на контрасте. Конечно, мы используем традиционные сочинения, написанные для народного оркестра, прежде всего Веры Николаевны Городовской. Это тема фантазии памяти Есенина. И, конечно же, фантазии на тему песни «У зари-то у зореньки». На наш взгляд, они очень хорошо подходят под есенинский и пушкинский слог. Также прозвучит музыка композиторов-классиков Бородина, Свиридова, Чайковского. А арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» переложили для домбры и оркестра. Анна Тищенко, Улправда ТВ.